немножко я вам прочитаю несколько своих стихотворений ранешних. Пожелание всем живущим. Живите и любите, и Бог, да Бог вам всем судья, и каждый миг ловите мелькающего дня. Его ведь не воротишь, и жизнь не повернешь. С отчетом дней минувших и ужасом грядущих свой миг не возвратишь, миг радости и горя, любви и счастья миг. Пускай же суматоха пореже к вам стучит, пусть лучше дольше длится миг радости большой, и больше будет счастья всей жизни непростой. Сейчас дальше. Жизнь непростая штука. Жизнь непростая штука, в ней все как бы игра, где роли на мгновение захватывают нас. Мы думаем о жизни как о простой игре, но это заблуждение, присущее судьбе. Мы многое теряем, не замечая как, и где любовь с друзьями, невидимые нами, ведь их не различишь, где друг, а где же враг у наш. Порой не видно нам, и может мы обидеть того, кто любит нас, кто любит сердцем целым, кто все готов отдать за миг любовной встречи, за миг опасной встречи, опасной для него. Я сейчас это просто немножко отдыхаю. Тает снег за окошком моим, и сверкает нам солнце водица, и весеннюю капелью полна алтайская наша столица. Перламутровым блеском блестят ослепительно белые горы, то богатство ее и душа, овивающие просторы. Не найти на земле голубой столь прекрасней земельки родимой, и хотелось пройтись с тобой по великой бескрайней долине. Не, той долины найти нелегко, ведь горами она призакрыта, и лишь только любовь и добро служат ключиком к сердцу долины. Кто-то рожден победителем, кто-то рожден королем, кто-то души расхитителем, кто-то нежнейшим вином. Души у каждого разные, не разгадаешь порой, и за словами условными истина с ложью вдвоем. Не унывай и не сдавайся, и все получится, поверь. Судьба откроет тебе сказку, судьба откроет тебе дверь. С улыбкой ты встречай невзгоды, на жизнь смотри попроще ты, и вдруг увидишь ты красоты, любовь людей увидишь ты. Солнечный зайчик, солнечный да зайчик открыл мне глаза, и почему-то скатилась слеза. Свет от него озарил все окно, и я увидела счастье свое. Спрыгнул он на пол, мне руку подал, весело мне замигал. Быстро мы с ним очутились в краю, где оказалось, что я как в раю. Долго бродили по краю надежд,
где люди плыли без всяких одежд, где радость в сердце у всех нас была, и мы забыли все жизни дела. Но суждено было к дому идти и от зайчонка мило уйти. Жаль, что в краю, где мир и покой, мы не повыли дольше с тобой. Пожелания всем живущим. Живите и любите, да Бог вам всем судья, и каждый миг ловите мелькающего дня. Его ведь не воротишь, и жизнь не повернешь. С отчетом дней минувших и с ужасом грядущих свой миг не возвратишь. Миг радости и горя, любви и счастья миг, пускай же суматоха пореже к вам стучит, пусть лучше дольше длится миг радости большой, и больше будет счастья всей жизни непростой. На этой ноте я заканчиваю такое вот небольшое шире у меня стихотворение, потому что очень много. А, ну вот можно еще одно. Сейчас я прочитаю вам еще одно. Я радугой в небе воплощусь, ковром разноцветных цветов по земле расстелюсь. Я в музыку счастья поскорей превращусь, любовью и радостью вам с небес улыбнусь. Я бабочкой нежной ваших лиц коснусь, я лучиком солнца в душах всех проснусь. Я светом добра и любви буду жить, и гармония рая на земле творить. И зло исчезает под этим лучом, оно просто тает, издавая последний свой гром. И эра сменяется на эру добра, добра, процветания, любви навсегда. Да будет так! Вот. Я желаю всем только любви. Это самое главное. Я вот посмотрела, вот эти вот, мне очень нравится сейчас цикл «Реинкарнационный гипноз», и там общаются с душами умерших, великих людей в основном. Это и очень мне понравилось, и как раз я поняла, что я правильно живу, что я, как вот говорила, что любовь – это самая главная сила. Так оно и есть. И творить надо свои творческие задумки. Это, конечно, меня порадовало в этом отношении, что я развиваю свои таланты, и вам советую. И то, что я говорила, что надо жить своей жизнью. И это подтвердил Чингисхан, кстати. Вот. Но мне очень нравятся эти. Я смотрю, я там вам выкладываю, конечно, это в сообщество. Заходите, я то, что вот мне нравится, я выкладываю. Вот. И, конечно, надо себя окружать желательно добротой, вот такой вот красотой, которая вам нравится. То, что вы хотите, то и делать. И не зацикливаться там на том. Допустим, вот у меня небольшой, потому что я тут убирала, еще не доубирала. Поэтому вот. Захотел, танцами займитесь, потанцуйте. Вот. И на внешний вид, вот, тоже. Ну, подумаешь, вечером я это. Потом захочу, покрашу. Сейчас я вот не накрашенная. Вот. Ну, это ничего, такая жизнь меняется, вот. На рыбок смотрите. Вот я, у меня есть рыбка, вон она, золотая. Кстати, у нас очень красиво сделали в нашем изумрудном парке. Они выпустили, я вчера зашла, вот знаете, очень была удивлена, к сожалению, у меня не было под рукой телефона, чтобы снять. И там плавали вот такие мелкие-мелкие, их было, наверное, миллион таких вот рыбок маленьких. И большие там выпустили у нас в пруд изумрудного парка. Советую, кто барнаулец, зайти туда, там очень красивые рыбки. И мы там любовались, люди тоже это. Но, ну, кормить их тоже надо. Корм, только не хлеб, а именно корм для них взять и покормить. Вот я вам советую.
просто прийти туда, в парк изумрудный, и там покормить. И это очень мне понравилось. Золотые рыбки там плавают, большие. Вот. Кто-то взял, выпустил. И маленькие, особенно маленькие, как гупёшки они. И это бег прям плавали, и они там на листик, их потом покормили, они быстро этот корм, конечно, их очень много. И мне, конечно, хочется, чтобы они жили, они это, закончили свой жизненный путь. Мне хочется это, чтобы все вовремя всегда было. Вот так. Ну, я сказала, что вот творите, свои таланты развивайте. Вот это очень будет ваше ценное. Вы как можно меньше накопите вот этой темной энергии, которая придется ее потом на первом уровне. А зачем это? На первый уровень это чистится, потом там лярвы жрут прям души. Вот если, допустим, лярва алкоголя или что-то, лярва это. Поэтому курево, поэтому надо как можно меньше вот этих и мысли позитивные желательно. Вот. С добротой не завидовать, потому что зависть тоже это будет. Потом есть у некоторых бородавки на душе. То есть они потом вот это вот с них слазит, душа на первом уровне очищается. Я послушала и думаю, что надо пересматривать немногим свою жизнь. Вот. И как бы, ну, это каждый выбирает, потому что мы такие души, ну, люди, это души, имеющие право выбора. Можно и добро выбрать, и можно и зло выбрать, и в итоге на нижние слои опуститься, где их будут мучить эти демоны. Вот и все. А зачем это надо? Ну, каждому свое. Кто-то не понимает. Сейчас многие души не понимают, находятся под мороком, под каким-то. Вот. Надо осознанности вырабатывать в себе. И, конечно, не завидовать, не осуждать, не обсуждать. Но обсуждать очень сложно, это не обсуждать, да? Вот. Ну, надо стараться, как бы, все свои... У каждого есть свои слабые стороны, надо их это принимать, но это с ними работать, над собой работать. Не злиться, не завидовать. Вот. Но если злишься, то выпустить, конечно, это просто, чтобы она ушла, вот это вот, не держать в себе, очищаться от этого, от негатива, взять свечку, зажечь, и на бумажке написать все свои эти стороны слабые и зажечь. Это уйдет, из тебя уйдет вот это вот негатив вот этот вот. Вот так. Я вам желаю отличного настроения, хорошего времени суток, спокойной ночи, потому что тоже у меня уже ночь. У кого это день, ну, добрый день. У кого утро, доброе утро. Всех я вас обнимаю. Вот, и желаю вам только всего самого доброго. С вами была Дора Люкс.